Лампа заземления горит. 115 или сколько-то ватт. Такой конструктив. Один конец лампы на землю, где нижний конец вторичный, второй конец лампы на такую пленку металлическую, двойную ленту, и он вдоль катушки идет. И лампа 230 вольт, 116 ватт. Потребление соответствующее. То есть большое около 5 ампер и 25 вольт. Криксу покажу.